У Гродненской области под час весеннеполевых работ мониторинг сельгазпродприемства проводят профсоюзные техничные инспекторы. Звертают увагу на отсутности спецодения, неукомплектованные аптечки, выкористание небеспечных инструментов. Уголовная задача – забеспечить належные умовы працы механизаторов и позбегнуть выпадков травматизма на вытворчести. На одном из таких рейдов побывал Юрий Корнялович. Механічная майстэрня сельгаспрадпрыемства «Мастаўчанка» ў спісе праверак тэхнічных інспектараў стаяла на першым месцы. Гаспадарка некалькі гадоў знаходзіцца ў складаным фінансавым становішчы. У адносінах да яе нават дзейнічала працэдура санацыі. Таму сродкаў часам не хапала на самыя элементарныя рэчы. Падчас рэйда былі выяўлены парушэнні і заканадаўства аб ахове працы. Праводзяцца шынамантажныя работы з нарушэннем работнікаў. І, к сожалению, работнік трудзіўся з балгаркай, на которой не было защитного кожуха и беззащитных очков. Заваги инспекторов керавництва господарки обяцае выправить у найближайший час. Тут распрацаваны нават план першачарговых задач. Беспечную умову працы у приоритете. Несмотря на то, что в этом хозяйстве материальное положение трудное, несмотря на это мы изыскиваем средства, закупаем спецодежду, средства индивидуальной защиты, обеспечиваем необходимыми санитарно-бытовыми помещениями, нормы выполняем. Идеальные бытовые умовы на мехдвары створены у соседних господарцев Чарлёна. Однако и тут от пильного вока инспектора порушение аховы працы сховать не удалось. Об некоторых нормах законодавства мясцовые специалисты нават не здогадывались. А зачем у меня еще и каска? Объясняю. Были несчастные случаи, когда работники работали под техникой в яме и на голову обрушивался там какая-то часть. Она должна быть зеты, наверное. Специальная форма, справные инструменты. Сдавалось бы, все в полном порядку. Правда, колькость техники на один квадратный метр превышает дозволенное у некольки разов. Одно из немногих порушений, выявленных у этой майстерни, это загрувашченность сельскохозяйственной техникой. Пройти, например, от одного трактора до другого без перешкод практически немогчимо. Знайсці недапрацоўкі падчас рэйду прафсаюзным інспектарам удалося практычна ва ўсіх гаспадарках. Адны неправільна вялі журналы ўліку, іншыя не ўкамплектавалі аптэчкі. Замечанні былі, значыць, не папоўніць медыцынскую аптэчку, трапы ўстанавіць. Ёсць, но яны не саадпавядаюць даным трэбаванням, поэтому яны будуць заменены аклы станков металлообрабатывающих. У вынику проверки господаркам Мостовского района были вынесены десятки предписаний. Инспекторы заявляют, что применять штрафные санкции до порушальников не будут. Головная задача – совместными намаганиями выключить выпадки травматизма людей на працовных местах. Не везде организована работа безопасно. Есть инструмент, который используется, который не должен эксплуатироваться. Есть оборудование, которое тоже требует еще определенной доводки. Прежде всего смотрим на то, чтобы работники были обеспечены средствами дальней защиты, чтобы у них была выдана спецодежда, спецобувь. Мониторинг сельгаспрадприемства протягнется до конца весенне-полевых работ. За этот час техничные инспекторы плануют наведать все господарки региона. Юрий Корнялович, Виктор Бака, Мостовский район.